Друзья, я как-то ранней весной показывала, что у меня мыши съели ванилу фрайс, просто сточили ее на уровне земли, в грунте она у меня была. Потом на нее наступили ногой, только полезли побеги. Опять она у меня зависла. Я психанула, решила ее выкопать, посадить ее в контейнер. То есть это был прошлогодний черенок одревесневший. И вот в этом за сезон вот такие выдал побеги. 3 больших побега. В 7,5 литрах я посадила, пока корень не освоил этот горшок. Но посмотрите, какие приросты. Я всегда говорю, что заглубляю черенок на одну почку при посадке, в контейнер при посадке, даже в грунт. Однолетние саженцы, не трехлетки, не двухлетки, однолетние. Я всегда заглубляю. И если бы не вот эти почки под землей, не видать бы мне эту ванилу фрайс. Вот на следующий год летом будет красивый цветущий куст. Уже побегов, может быть, 6-7 будет. И будет доступен к продаже вот такой красавчик или красавица. Вот так вот. А мыши сточили все под ноль. Под ноль. Так что если у вас в грунте какая-то гортензия, погибла надземная часть, не торопитесь ее выбрасывать, выкапывать. Дайте ей шанс отойти и показать себя.